На рисунке изображен график движения тела. Какое это движение? Чему равна скорость тела? Требуется написать уравнение этого движения. Прямая МН на представленном рисунке представляет собой график координаты x равно x от t. Это уравнение представляет равномерное движение. Заметим, что тело движется равномерно вдоль оси ОХ, а не по прямой МН, как иногда неправильно считают. Прямая МН является графиком движения тела, но не его траекторией. Это важный момент. Уравнение координаты равномерного движения нам известно, и мы его можем записать как x равно x нулевое плюс v с индексом x умноженное на t. В случае, когда t равно нулю, следовательно, x равно x нулевое. Из графика это следует, что x равно минус 2 метрам. Проекция скорости на ось ox vx равна тангенсу угла наклона графика mn к оси времени ot. Тангенс этого угла φ определим из прямоугольного треугольника mnc. Запишем уравнение для определения скорости. V это есть тангенс угла φ. И это есть отношение противолежащего катета nc к прилежащему катету mc. И это есть x минус x нулевое к t. Нам известно из графика значение x. Мы посчитали начальное значение положения тела x нулевое. И t из графика нам тоже известно. Соответственно, мы можем найти скорость как 3 минус минус 2 деленное на 8. Таким образом, скорость равна величине 0,6 метров в секунду. Теперь, зная начальную координату x нулевое, равное минус 2, и скорость v с индексом x, мы можем записать уравнение этого движения, а именно x равно минус 2 плюс 0,6 t. Таким образом, мы ответили на вопрос, что движение это равномерное, скорость тела равна 0,6 метра в секунду, и мы записали уравнение перемещения тела.